Крупнейший валютный рынок Афганистана Сарай Шахзода вновь открылся в Кабуле. Дилеры по обмену валюты вышли на оживленную биржу пачками банкнот из разных стран. Я очень рад, что рынки недавно открылись. Это затронуло всех нас. Сейчас у нас есть небольшая проблема с долларами США, находящимися в частных банках. И эти деньги связаны с проблемами дилеров по обмену денег. Сарай Шахзода – крупнейший в Афганистане рынок обмена валюты, услугами которого пользуются не только рядовые граждане, но также и различные государственные институты при проведении финансовых операций. Он был закрыт вместе с Центральным банком Афганистана после того, как 15 августа боевики Талибана без боя вошли в Кабул.